Военно-патриотическая эстафета «Салют Победе» продолжает свое шествие по поселениям района. В этот раз торжественный концерт, посвященный памяти павшим в боях во время Великой Отечественной войны русским солдатам, прошел в Доме культуры «Дубковский» в городском поселении «Лесной городок». Ребят приветствовали почетные гости, ветераны, представители районной и местной администрации, дети войны и члены ветеранских организаций. Запомните этот день. Услышьте нас, взрослых. Донесите это до своих детей, что именно наша великая страна дала миру победу. И наши с вами предки, и украинцы, и грузины, и латыши, и белорусы, нашей многонациональной стране, они именно дали нам наше счастливое настоящее. И поэтому действительно салют победе! Пока каждой семье помнят своих героев, тех, кто вернулся с войны, тех, кто пал на полях сражений. Никому не удастся отнять победу нашего великого народа у нашей страны. Никому. Я хочу сказать огромное спасибо нашим ветеранам, выразить им низкий поклон. Ежегодная эстафета «Салют Победе» уже давно стала визитной карточкой нашего района. В этом году она посвящена 75-летию разгрома немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве. С 8 по 15 ноября акции, посвященные четвертому этапу эстафеты, прошли во всех образовательных учреждениях лесногородского поселения. Школьники с теплом и любовью встречали ветеранов, а творческие коллективы подготовили патриотические номера, пронизанные любовью к родине. Помнить и чтить подвиг, совершенный советскими солдатами, к собравшимся обратились сами ветераны. Хранить память о героях Великой Отечественной войны – священный долг каждого человека. Я хочу обратить ваше внимание в память погибших, память тех, которые не пришли с фронта, которые отдали свою жизнь за ту победу, которую мы вспоминаем, уже столько лет, 73 года, как закончилась страшная война. Завершилось мероприятие торжественной передачи символов эстафеты. Теперь копия Знамени Победы, стальной нагрудник и капсула со священной землей из Сталинграда перешли в городское поселение Кубинка. Екатерина Яровая, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Чтобы не было больше войны.